Троих полицейских доставили в больницу после столкновения с машиной женщины-врача. В Пушкине наряд полиции мчался с включенной сиреной и мигалками по довольно пустым улицам на пересечении Школьной и Магазинной. На перекресток выехал Мерседес 30-летней женщины, она стоматолог в частной клинике. Среагировать на резкое появление машины сотрудники не успели и врезались в левую сторону Мерседеса. Удар был такой силы, что служебный Hyundai лишился передней части. У автомобиля, который не уступил полицейским, сильно повреждена левая водительская сторона. Всех скорые увезли в больницы Колпино и Купчино. Угрожающих жизни травм участники аварии не получили. На пересечении Магазинной и Школьной улиц произошло столкновение служебного автомобиля Hyundai Solaris с автомобилем Mercedes под управлением 30-летней женщины. В результате ДТП трое сотрудников, находившихся в служебном автомобиле, а также женщина-водитель Мерседеса, доставлены в медицинское учреждение в удовлетворительном состоянии для оказания медицинской помощи. Редакция программы «Степень защиты» попыталась связаться с владелицей «Мерседеса». Женщина отвечает на наши вопросы, отказалась. Известно, что она закончила ординатуру, работает в детской стоматологической клинике Пушкинского района. Замужем, воспитывает детей.